Привет, друзья! Вот и подошел к концу конкурс от AppleInsider.ru и OneToTrip, в котором каждый из вас мог выиграть путешествие на двоих по бескрайним просторам нашей Родины. Участников было много и столько же интересных идей, многие из которых не оставили равнодушным нашу редакцию и сотрудников OneToTrip. Однако победитель, увы, может быть только один. И не без труда, но нам все-таки удалось определить этого счастливчика. Итак, путешествие по России выигрывает Сосолятин Даниил, который изъявил желание отправиться в город Калининград. Он выполнил все условия конкурса, установил приложение OneToTrip и, что самое главное, подробно описал свое желание поехать именно в выбранный им город. «Хочу в Калининград. Это самый западный город России, и я очень жалею, что до сих пор не посетил его. Данный город красив и зимой, и летом. Пьяный лес – это самая загадочная для меня достопримечательность. Хочу увидеть его именно зимой, так как прекрасен он именно в это время года. А также я люблю кино, а значит, я обязан посетить Третий форт. Там проходили съемки многих советских фильмов. Ну и рождественский европейский город – это всегда прекрасно». От всей души поздравляем победителя и желаем ему по-настоящему насладиться предстоящей поездкой. В ближайшее время с ним свяжутся представители OneToTrip для обсуждения необходимых деталей. Даже если вам не удалось выиграть путешествие в этот раз, не стоит расстраиваться. Прямо под этим видео мы оставим ссылку на загрузку приложения OneToTrip, где по промокоду AppleInsider дается скидка 1500 рублей любому желающему на первое бронирование отеля. Использовать его можно не только по России, но и по всему миру. Путешествуйте, путешествуйте и еще раз путешествуйте. А приложение OneToTrip поможет вам оказаться в любой точке земного шара, где пожелаете.